для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине. Угроза нарастала, причем с каждым днем. Поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 22 года все было готово для очередной кровавой карательной акции на Донбассе, против которого, напомню, киевский режим еще в 2014 году бросил и артиллерию, и танки, и самолеты. Мы все хорошо помним картинки, когда с воздуха наносили удары по Донецку. Я хочу это повторить. Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить. Те, кто планировали новую атаку на Донецк, на Донбасс, на Луганск, четко понимали, что следующая цель – это удар по Крыму и Севастополю. И мы это знали и понимали. А сейчас о таких далеко идущих замыслах в Киеве тоже говорят в открытую. Ну, раскрылись. Раскрыли то, что мы и так хорошо знали. Мы защищаем жизнь людей, свой родной дом. А цель Запада – безграничная власть.